Медицинские вертолеты АНСАД заступили на круглосуточное дежурство в Московской области. Авиация медицинские вертолеты АНСАД заступили на круглосуточное дежурство в Московской области. Новейшие медицинские вертолеты АНСАД, эксплуатируемые русскими вертолетными системами, заступили на круглосуточное дежурство в Московской области. Специализированные медицинские вертолеты АНСАД будут осуществлять как плановую, так и экстренную транспортировку пациентов в больнице Московской области. Вертолеты базируются в многофункциональном вертолетном центре Подушкина Г. Одинцова. Вертолеты дежурят на круглосуточной основе 7 дней в неделю. За считанные минуты после поступления заявки вертолет готов вылететь на задание. Такая оперативность обеспечивается тем, что и медицинская бригаду, и экипаж вертолета постоянно базируется в вертолетном центре. Специализированные медицинские модули, установленные на вертолеты русских вертолетных систем, оснащены самым современным медицинским оборудованием и позволяют проводить не только мониторинг состояния и медицинское сопровождение пациента, но и комплекс реанимационных мероприятий. При необходимости модуль может быть за несколько минут дополнен к визай инкубатором для перевозки новорожденных. По словам генерального директора русских вертолетных систем Алексея Зайцева, техническое оснащение вертолетов, уровень подготовки медицинской бригады и пилотов компании соответствуют самым строгим российским и международным стандартам. Всего за время работы санитарной авиации русских вертолетных систем в регионах присутствия компании было успешно перевезено почти 2550 пациентов. Русские вертолетные системы ⁇ первый и крупнейший гражданский эксплуатант вертолетов данного типа. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.